Привет, друзья! Вы смотрите Банально ТВ, с вами Турбо. Сегодня с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Building Destruction. Только прикол в том, что эта игра теперь вышла еще и в Стиме. То есть она есть не только на телефоны, но и на компьютеры. Сегодня мы посмотрим, чем же эта версия отличается от телефонной. Лучше ли здесь графика, лучше ли здесь физика, либо вообще что как. Так, громкость, наверное, сделаем вот так вот. Давайте сразу без лишних слов вы поставите большие пальцы вверх, подпишитесь на канал, напишите комментарий, а я вам покажу, что же здесь интересно. Из карт я вот тут вот не вижу в целом никаких новых, ничего нового. Давайте, например, выберем супермаркет, сложность, время, day. Можно даже создать сервер. Вот интересно, как здесь работает мультиплеер. Вот это реально... О, блин, слушайте, так непривычно, что все это у нас вот так прям работает. Ой, блин, громко. Сразу сделаем потише. Насилие у нас включено, блин, вот это, конечно, ужас. Управление, чувствительность, можно чуть поменьше. Качество высокое, а, ультра даже. Давайте все на ультра сделаем, посмотрим, вытянет ли мой компьютер. Ультра, дальность прорисовки, вроде максимум. Так, постобработка, сглаживание, да, конечно же, включаем. Регулировка цвета, отладка. Угу. В целом, вроде все нормально. Так, окей, что у нас по оружию? Два, дробовик. Слушайте, нифига себе, он бегает быстро. Конечно, супермаркет здесь... Не сказать, что прям большой, слушайте, но графончик, да, поинтереснее. То есть здесь какие-то отражения, какие-то блики. Блин, вот это был звук странный. Еще потише давайте сделаем. Ну, слушайте, разрушаемость имеется. Не тирдаун, конечно, блин, сколько можно. Я вот уже, ну, вот так нормально. Ладно, нормально. Конечно, не тирдаун. Но хотя бы оно должно не так лагать, как тирдаун, правильно? Блин, слушайте, знаете, вот реально ощущение странное. Потому что вроде бы эта игра была на телефонах, мы постоянно в нее играли. А теперь так-то правую кнопку нельзя целиться, к сожалению. Надо перезарядиться. На Q у нас есть смена спауна. А, ну это вот это вот имеется. Меню спауна. Фу ты, блин, я читаю слева снизу почему-то смена спауна. На F у нас есть фонарик. Так, что можем себе заспавнить? Интересного. Что здесь такого нового здесь у нас, возможно, есть? Давайте оперативника поставим. И как его ставить? Оперативник. Софа. А, он софа всякое ставит. А вот, может быть, так надо? А, вот он. Да. На тебе, придурочек маленький. Слышь, идиот. Так, ну-ка, где? У меня есть какой-нибудь пистолет, нет? Нет пистолета, ладно. Ну-ка, пойдемте, мы его просто сейчас отфигачим. Отфигачим молотком. Блин, не получилось. Он сильнее меня, к сожалению. Так, вон он. Давайте еще оружие возьмемся какое-нибудь. Какое-нибудь оружие. Допустим, СМГ. Так, как взять? Оп, легко. 4, 5. Ага, вот. Жалко, целиться нельзя на правую кнопку мыши, к сожалению. Где он? Что, внутрь зашел? Куда он делся? Нахрен. Ну вот здесь вот интереснее повоевать реально будет. То есть если... давайте выйдем в меню и посмотрим. У нас есть также сетевая игра. Опа, сетевая игра, блин, круто. Офис, присоединиться. Давайте попробуем к какому-то челу мы присоединяемся. Let's go. Время, day. Турбо БТВ, Кирилл и Марко. Я джойнят. И что надо? Надо ждать. Да смотри, даже какие-то люди реально играют в эту игру. Блин, это прикольно. Стоила бы она подешевле, она стоит 300 с хреном рублей. Во, пошла игра, загрузка. Как все хорошо прям под видосик. Ну-ка, могу ли я что-нибудь? Берем автомат сразу. Что-то лагает, кстати. Ну-ка. Только что чел какой-то... На тебе! Говяж! Банальный на работе, друзья, банальный на работе. Просто уничтожает каких-то челиксов. Слушайте, прикольно, в этом что-то есть. Нифига себе у них хп, офигеть, у него башка развалилась. Даже чтобы в башку убить, надо прям много патронов потратить. Сюда. Этот что-то не играет. Нахрен. Блин, ну слушайте, в этом что-то есть. Так, оружие. А! Меня убили. В этом что-то есть. Окей, ладно, давайте вернемся в главное меню.
Прикольно. Есть также, смотрите, бой насмерть. Здесь можно выбирать карту еще. Вот есть PvP-арена. Вот это тоже интересно. Сложность медиум, время дэй, бла-бла-бла. Давайте играть нажмем. Посмотрим, что это за карта. Основное оружие можно выбрать себе. Можно выбрать дополнительное оружие. Может даже молоток строительный. Давайте. Что происходит? А кого мне надо... Это боты, да, долбятся, походу? Капец тут, конечно, отдача, но я пока всех фигачу, как надо. Это мой? Нет, это не мой! Говноед! Придурок, убил меня! Говногук! А-а-а! Что происходит? Вот это, блин, капец. Слушайте, это реально похоже, знаете, на карту в КС-очке, где... Блин, как громко, слушайте, как громко. Вся эта стрельба прям громко мне в уши бьет. Извините. Ну, отдача у калаша, конечно, жесть. Вот так стрелять, это жесть. Перезарядка. Слушайте, это весело, это реально весело. Это реально весело. Туда его. На, просто всех фигачу в кашу. Почему не показывает, сколько у меня киллов? Стой! Не показывает чудо, сколько у меня киллов, к сожалению. Вот тут вообще ни нейма, ничего нет. Блин, а приседать нельзя, кстати, почему-то. Офигеть. Это жесть, вот это жесть, нет! Окей, давайте возьмем что-нибудь помощнее. Вот эту, например, штуку, ну-ка. Куда? Придурки, да подождите, дайте... Да я только встал! Идиоты! Это какая-то мощная пушка, но всего у нее 5 патронов. Но она мощная. Мы можем бегать жестко. Ну, она ваншотит. Вот это мой ствол. Она ваншотит реально жестко. Я могу бегать и перезаряжаться, это круто. Бегаю я просто как бешеный. Ну, она должна ваншотить! Окей, давайте вот эту посмотрим. Вот это вообще жесть, 100 патронов нахрен. Это мое. Просто можно бегать и вот так вот делать. Просто бегаешь, нажимаешь на... Зажимаешь выстрел, просто их уничтожаешь, аннигилируешь всех! Здесь карта, я так понимаю, не ломается, да? Надо будет попробовать. Реально, вот так стоишь просто, вот так вот делаешь. И тебя вообще никто не может достать. Патронов. 900 патронов у меня есть, но... Фига себе. А слушайте, а карта, по-моему, ломается? Да, карта ломается. Капец, они перестреливаются, конечно, я в шоке. Боты, конечно, здесь смешные. Блин, ну как камера трясется, это просто жесть. Может, так может и стошнить, и вырвать. Капец, я живу, мужички. Офигеть, у него башка отвалилась просто. Все, я умер. Ну-ка, давайте попробуем рокет лончер, раз такое дело. Да блин. Не дают мне пожить. Так, ну-ка. Ломается ли? Да, карта ломается тоже без проблем. Туда. Жалко, не показано, сколько у меня килсов. Чела расфаршмачила. Все, я без патронов. Я могу бегать, подбирать патроны. Придурки! Отвалите! В общем, ребят, вот такая вот игра, вот такая вот серия. Надеюсь, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не подписаны, ставьте большие пальцы вверх, пишите свои комментарии. Это новая серия, посвящается игре под названием Building Destruction, не заставится долго ждать.